Вот сюда полтинник вложи. Ну что, ребят, потянул я 450. Не понравилось мне, потому что экипу не стали сильно затягивать. Как раз она не работала практически, 450. Подтянул. Я думаю, там 460-70 был бы предел. Ну, это жесткий гриф. Ну, короче, не знаю, сейчас вторую фазу надо работать. Нет второй фазы. Сейчас вот нашли диски. Оформляем 440, 480, 500. Пойду вторую фазу. Посмотрим, что будет. Мне как раз надо, да, давайте он 25. А нет уже. Вон 25 вот эти. Одна. Да две должно быть. Нет, нет. Тогда двадцатки. Одна двадцатка, да, или две? Двадцатка тоже одна. Она низкая, она почти у пола. Если два тонких брать, это будет высоко, да? Получается 14 сантиметров где-то. Так, сейчас надо. Короче, я скажу, надо отлить, потому что сейчас будет ебашево полное нахуй. Сейчас будет, блядь, каша нахуй ебаная. Сейчас будет разъем, блядь. Штанг. Надо перед тяжелым.
Так, что сейчас, ребята, будем ставить наверх? Футбол выжимаем. Короче, ребят, вторая фаза, будет 450, зашел, довольно-таки тяжело, но это жесткий гриф плюс жара, но опять же, по этим весам я не чувствую, что я готов на 505, поэтому посмотрим, как будет, если мне сейчас удастся вторую фазу поработать 440, 480, 510 на жестком грифе с высоты 14 сантиметров, то, в принципе, я думаю, я буду готов, ну, там будет видно. Просто на 450 экипу мне практически не затягивали. Можно сказать, без помощи экипа я тяну, потому что, блядь, не могу я в ней вработать. Посмотрим, что как будет, но в любом случае все будет хорошо. Дурачок какой-то, блядь. Толка того, что, короче, иди. О, Лёха Новиков в эфире. Лёха, привет. Вот еще один парень с Украины. Артём, Лёхе Новикову привет передавай. Лёх, привет. Так что здесь ребята собрались с Украины, грузинский армянин. Так, ну вот ребята собирают гриф, штангу. Гриф жесткий, лейка. Фу. Сейчас будем ебашить. Сейчас начнется пиздец полный. Но на самом деле ребята больше меня устают, потому что жарко, а штангу собирать тяжело. Сейчас 440 пойдем, потом 480. Так, все то же самое? Нет. То же самое, Вася, сейчас. 440 собираем. Слава Украине, героям слава. Слава Украине. Так, я украинец. После 24-го, ребята, я четко определился со своей позицией, и мне чужда идеология Z, поэтому все должны знать мою позицию. Так, ну что, ребят, собрали. Давай 445. Все, без маленьких. Так, все, ребят, работаем. Сейчас экипу одеваю и ебашимся. Попробую подлезть. Ну, окей, расставлю.
ну, станешь здесь, зацепишься, подойдешь, да? Какой его получит в экипе или нет? Получится тебе же. Да? Сейчас будем работать 480. Дякую, Леха, дякую. Да, скоро зустрінемось. Залишилось трохи часу до змагань. Бля, жарко вообще, пиздец. Вот так вот. Как будто окунулся в море. О, да, мало, надо больше. Ну, гриф жесткий, кстати. Вот это большой такой прикол, подводный камень. Потому что к мягкому привык, натягиваясь по-другому. А здесь как плиту поднимаешь. Поэтому 480 сейчас будет, надо побороться. Это, наверное, на мягком как 510-520, потому что, ну, прям мертво будет. Ну, блин, ребят, другого дня нету, другого места тянуть. Приходится тянуть.
Ладно, ребят, сейчас настраиваюсь, будем работать. Что, 480, да? Сейчас мощно натягиваем, пацаны. Подышу машину. Я только разогрелся, знаешь, только в кураж пошел. Так что надо, короче, 476 ебашить и 505, чтобы хотя бы турнир выиграть. Хотя там и Хенла будет готов, и Грахам Хиггс будет готов. Посмотрим. Интересная будет конкуренция в тяге.
О, уже морда отекает. От экипа нормально затянули. А халат из синта печенку подгрузил. Сейчас на весах чувствую. Фу. Когда пояс затягиваю, что печенка привет передает. Завтра капну гиптралы. Теперь понимаю, что в рамках 2-3 дней холотостин не стоит хавать. Ты не хочешь посидеть охладиться? Опа! Фу. Кончится война, повернешься в Украину. Домой съезжу. Домой обязательно съезжу. Сейчас мне туда нельзя. Хочу домой съездить. Сейчас 480 было, сейчас 510 пойду. Бля, это жесткий гриф, если затяну. Думаю, все будет классно на соревнованиях. Это прям жесткая плита. Но спринтов, ребята, вот как раз, что я не работал спринтов, у меня нет второй фазы движения. Я и ноги добавил, все. Ну, блядь, чуть-чуть не хватает. Мало будто на 1 чи на 2. Я чувствую, печень тянет. На весах перегружена печень, надо печень разгрузить. Я просто, ну, за печенку переживаю тоже. Хоть я и специально не ел 4 часа, чтобы полностью ЖКТ был чистый. Ничего не воздействовало, так скажем, но не хочу рисковать. 2 сентября. На жестком это две колоссальные разницы. Это как будто, ну, как будто с пол 480, наверное. Ну, прям туго. Когда фаза такая мертвая, скажем так, самая сложная фаза, вот сейчас высота штанги именно в проблемной моей фазе. Тут экипа как бы не сильно работает. Да, Алекс. Себе выложу я? Да, конечно, выложу. Можешь на YouTube канал залить. Ты на YouTube, да? Не, ну это вертикально. А. Такая как шокс. Это надо отдельно, знаешь, как тренировку взять и делать. Да. С камерами, со всеми делами. Ну, думаю, после этой тяги уже долго тянуть не буду. И когда вернусь, наверное, месяц точно я тягу делать не буду. Сейчас что, 476, да? Не, сейчас 510. А, 510 сейчас. Да, сейчас 480 было, а сейчас 510. 510 спринтов получается. Сегодня вся чистая стяги, да, тренировка? Да, сейчас потяну и все, я отдыхать, потому что такая жара. Через 2-3 дня восстановлюсь, ноги поработаю. Ну, у меня 2-3 тренировки, ноги поработать и вверх спины чуть-чуть и все. Да, последняя тяжелая тяга перед турниром. Потянул 480 спринтов на жестком грифе, высота 12-14 сантиметров. Сейчас 5 минут отдохнем и пойдем дальше.
Ну, потому что у меня как раз отстает вверх проблемное движение с под колен. Поэтому взял жесткий гриф, чтобы... Ну, я мог с реверсивными резинами поработать, но почему-то не стал, потому что у меня навыка работы с реверсивной резиной нет. Мне понимание. А здесь у меня есть четкое понимание. Если я тяну на жестком 510 с этой фазы проблемной моей, то, скорее всего, вероятность 80%, что 505 на соревновательном грифе зайдут. Благодарю за пожелания. Минут 5-6 еще отдыхаю. Буду работать после рекорда. Відпочивати. Так виконувати на від цілі. Будувати гарну форму буду. Розвивати медіа площадку, тренерською діяльністю займатися активно. Тому що я немножко, скажем так, многие ребята сейчас хотят присоединиться ко мне на онлайн, в мою команду, на онлайн сопровождение, но я сейчас двух возьму, ребят, сегодня заявки поступили. И хотелось бы в сентябре еще взять 4 человека. Ну, посмотрим по загруженности. Ну, короче, после соревнований... Мне на самом деле после соревнований самое важное, у меня сейчас голова болит уже на протяжении с момента, как не стало Ливана, ну, зимы, да. Я хочу провести соревнования в честь его памяти. И вот я эту идею вынашиваю, потому что, ну, мне нужно 4000 долларов, как бы, на проведение турнира, чтобы это было достойно, а может и 5. И сейчас я, ну, понятно, часть своих денег положу, но, как бы, на данный момент я там вложил деньги в одно дело. Ну, в общем, буду надеяться, что я сделаю рекорд, у меня будет возможность оттуда выделить деньги, провести хороший турнир в честь памяти Ливана. Вот у меня сейчас основная головная боль по этому делу. И уже как я проведу турнир в честь его памяти, я закрою все, скажем, свои внутренние долги и поеду на отдых с женой. А когда вернусь с отдыха, уже полностью включусь в работу и буду заниматься тренерской деятельностью. Да, буду, конечно, ехать на Сарево, ребят. Мне в любом случае, я знаю, что 476 я подниму. Поэтому есть возможность даже побороться за первое место. Первое место на чемпионате мира по становой тяге. Это, ну, довольно крутой такой бонус. Несмотря на то, что если даже вдруг рекорд не случится, я как бы уже завершу свою выступательную карьеру. Ну, возможно. Возможно, у меня будут хорошие результаты, какие-то порывы выступать дальше. И я, может, продолжу, но уже, может, там, в жиме лежа. 300 за 300 я буду жать. Ну, кто его знает, посмотрим. Нет, не хотел бы тянуть. Я хочу сделать то, что я уже пытаюсь сделать 5 лет или сколько там, 4 года. И уже завершить. Это уже борьба не за рекорд, это борьба с самим собой идет. Я знаю, что я могу, я должен это сделать. Нет, на соревнованиях там организаторы устанавливают вес. 505. Пора идти. Страха нет, но есть какие-то внутренние переживания. Страха нет, есть какие-то внутренние колебания. Может, его нахер не рисковать 510. А второй голос говорит: да иди пизды, что ты слышишь. Короче, так всегда. Перебарывай один, второй голос. То есть разум говорит: остановись, а второй ебанько, живущий во мне, говорит: идите они.
присед не люблю. Но у меня, во-первых, проблема с мобильностью тазобедренного. Длинное бедро, крайне некомфортное. То есть некомфортное. Ну, в общем, даже когда я постоянно приседал, у меня каждая тренировка, как будто я начинал заново. То есть я никогда не мог найти свои углы, свою постановку ног. У меня, блядь, то была проблема там с бедром. Ну, короче, такое ощущение, что нога одна, короче, другое была. Я подхрамывал на одну ногу. Ну, короче, много проблем было, которые не давали мне полноценно приседать хорошо технически. Так, ладно, ребят, все, я пошел ебашить. Надеюсь, буду живой после этой ебической тяги. Если нет, ну, нет, так нет. Все, короче, хватит, пошел. Блять, страшно, нахуй, честно. Ладно, пошел я ебашить. Все, надо хуярить. Блядь, да это хуйня, всего лишь 510 килограмм. Так, надеюсь, все будет заебись, ребят. Может, это потеря жидкости, блядь, потому что жарко. То есть, не, я мог бы пободаться, потянуть, но
риск большой есть. Они поймут, что там спазмируют. Как селезенка. Решайте вопрос. Вань, разбираем? Да, да, все. Решайте вопрос. Ладно, хорош. Посмотрим, что будет в Англии. На сегодня хорош. Будем отдыхать. Надо отдыхать. Все, ребят, давайте. До скорых встреч.